мокрый фасад. Знаете, почему мокрый фасад? Потому что обычно, как начинаешь штукатурить фасад, начинается дождь. Это парадокс. Но у нас, конечно, все прекрасно, солнышко. Друзья, кто знает, для чего это мы делаем такую юбку стартовой работы перед утеплением фасада. Вот такую юбочку у здания одеваем. Пока, короче, здание не будет в эротичной юбочке, в такой, дальнейшее утепление нельзя делать. Сетка используется фасадная и обязательно щелочестойкая. Проверенных производителей желательно использовать, чтобы она в дальнейшем у вас не растворилась в слое.